Здравствуйте! Действительно ли люди, которые имеют домашних животных, имеют лучшее психическое состояние? Ну, конечно, нет. Ваше эмоциональное психическое состояние зависит от того, насколько крепкая, стабильная или слабая ваша психика. Но домашние животные помогают нам получить самый главный гормон. Гормон окситоцин, который отвечает за ласку, нежность и заботу. Этот гормон влияет на наши когнитивные процессы. Чем больше этого гормона, тем легче у нас вырабатывается серотонин и эндорфин. Это гормоны радости и удовольствия. Поэтому, если вы любите своих животных, конечно, они доставляют нам максимальное количество наслаждения, мы о них заботимся и тем самым расслабляемся, отвлекаемся и повышаем свое настроение. Поэтому с удовольствием заводите домашних животных и заботьтесь о них и о себе.